Луковицы Lilia et Hybrid Aventina, Lilia Multi Hybrid Aventina, помогут раскрасить клумбу в яркие, но нежные цвета. Многолетник высотой до 130 см начинает цвести в середине лета и раскрывается множеством очень крупных, до 25 см в диаметре, сильно пахнущих цветков. На одном цветоносе образуется до 6 бутонов, которые раскрываются вверх и слегка в стороны. Окраска лепестка двуцветная. Основание ярко-желтое с выходящими к середине стрелками, из-за которых в сердцевине образуется симметричная шестиконечная звездочка. Остальная часть лепестка сочно-розовая, без примесей и крапа. Lilia et Hybrid Aventina – это многолетнее растение высотой 110-130 см. Lilia прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания лилии прекрасно устроит открытый грунт. Цветы имеют сильный аромат. Цветок окрашен в розовый с желтыми мазками из центра, образующими эндквот, звездочку эндквот, лепестки красиво загнуты к стеблю цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 20-25 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.